Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5, урок 16. Внимательно изучи шифровку и с помощью этой шифровки заполни пустые клетки. 11,4 отнять 4,4 получится 7, так как 11 минус 4 будет 7, а 4/5 минус 4/5 также получится 7. 11,4, 4,4. Еще один пример. 1,10 минус 8/21, и мы получим 1,2. 1 минус 0 целых будет 1, и 10 минус 8 будет 2. Это значит, что стрелочка вверх показывает, что к числу нужно прибавить число, стоящее над ним, а ответ записать рядом. Вот берем число 4,4. Видим это число. Прибавляем 7 и получаем ответ 11,4. Берем число 8/21. Так, прибавляем 1,2 и получаем ответ 1,10. А теперь разберемся со стрелочками, которые направлены вниз. 2,5 отнять 2/8. Мы получим 2,2 минус 0,2. И 5 минус 2 – это 3. 2,5 минус 2/8 равно 2,3. Находим число 2,5. Отнимаем 2,3 и записываем рядом число 2/8. Столько, сколько получится. Еще один пример. 2,19. Отнимаем 1,17. И мы получим ответ 1,2. Получается, что стрелочка вниз показывает, что из числа нужно отнять число, стоящее под ним. Попробуем. 3,9. Найдем данное значение в нашей таблице. Прибавим 5. Получим 8,9. Запишем таким образом. 3,9, стрелочка вверх, 8,9. 7 плюс 8,2 равно 7 плюс 8 – 15, да еще 2/5. Получится 15,2. Далее. 1,1. Стрелочка вверх. Плюс 2,3. Ответ. 3,4. Записали. 4,7. Найдем данное значение в нашей таблице. Отнимем 2,5 и получим ответ 2,2. 2,3. Стрелочка вниз. Отнимем 1,1. Получится 2 минус 1 – это 1, а 3/8 минус 1/8 – это 2/8. Рядом с данным значением запишем ответ 1,2. 4,4. Найдем данное значение в таблице. Стрелка вниз. Отнимем 3,4 и получим ответ 1.
2,11. Стрелочка вниз. Отнимаем 3/16. Ответ 2,8. Следующий пример. 8/21. Находим данное значение в таблице. Стрелочка у нас направлена вниз. 8/21 мы должны отнять 0. Рядом с данным значением запишем ответ. 8/21. 2,3. Стрелочка вверх. Прибавляем 2,5. 2 плюс 2 – 4, 3 плюс 5 – 8. Получаем 4,8. 8/8 единица, да еще 4. Итого 5. 2,3. Ответ 5. 7 целых. Стрелочка вниз. Значит, отнимаем 4,4. 7 представим в виде числа 6,5. Отнимем 4,4 и получим ответ 2,1. 2,11. Стрелка вверх. Значит, прибавляем 3,9. 2 прибавить 3 будет 5. Складываем числители. 11 плюс 9 будет 20. Ответ 5,20. 20/16 выделяем целую часть. Это 1,4. Итого 6,4. 2,11. Пишем результат. 6,4. И последний пример. 3,4. Стрелочка вверх. Прибавляем 4,4. Получаем ответ. 7,8. Выделим целую часть. Получим 8,3. Запишем результат. 8,3. Возникли вопросы? Оставляйте свои комментарии под видео.